Всем салют, дорогие друзья! С вами канал «Китай стал ближе» и я Владимир. И сегодня очень необходимая вещь, особенно для лета, особенно для жары, которая поможет вашей технике работать лучше, а именно вашему ноутбуку. Итак, пришла сегодня вот такая вот большая посылочка. Посылочка довольно-таки большая. Шла 18 дней, трек номер отслеживался. Все, быстро отправили, быстро упаковали. Все, единственное, она в России чуть-чуть подвисла тут на недельку. А так все, быстро дошло. Запаковано хорошо, все со всех сторон, все отлично. Итак, друзья, давайте приступим к ее вскрытию. Вот такая вот коробочка. Все на китайском, практически все на китайском. Да, но это и не важно. Это и не важно. Самое главное, чтобы это все не повредилось. То коробка помятая довольно-таки сильно. И вот. Вот что здесь. Здесь у нас комплект. Это шнур USB-шный. И сама подставочка. Это давайте коробку уберем и откроем подставку. Вот такая вот подставочка. Замечательная, отличная подставка. Очень легенькая. Установлено 5 кулеров. 5 кулеров. Есть вот такие вот. Такие вот, как бы их назвать, ограничители, на что мы будем ставить наш ноутбук. Здесь два порта USB, не знаю зачем два, но сейчас мы разберемся. Две кнопочки. Снизу есть вот такие вот ножки. Ножки с резиновыми накладочками. Так что не будет царапать ваш стол, не будет скользить, ничего. Сеточка закручена на болтах. Все сделано хорошо. Пластмасса хорошая. Ну, я думаю, в бейсбол ей играть не будешь или в теннис, так что поставить ноутбук, я думаю, ничего страшного не случится. Вот здесь вот, правда, сеточка немножечко отходит, но не сильно, вот немножко отходит. Ну что ж, давайте приступим к опробованию. И почему я хотел взять хорошую подставку? Взял ноутбук, жалко, ноутбук хороший, Hewlett Packard, и была у меня вот такая вот подставка, тоже заказанная на AliExpress, но начала она рычать. Просто жутко, отработала буквально 2 дня и начала рычать. Сейчас я вам все продемонстрирую, все покажу. Давайте достанем ноутбук. Итак, вот наш ноутбук. Давайте попробуем все это дело подключить. Не знаю, правда, насколько хватит длины шнура. Сейчас попробуем. Вход сзади, а сзади у меня USB-шек нету. Итак, ноутбук включили. Давайте пока его закроем и попробуем, что же вообще за кнопки и как работает вся эта система. Значит, сзади есть у нас, как я говорил, уже две кнопочки. Давайте попробуем их включить. Одна кнопочка, вторая кнопочка. Заработали кулера, заработала подсветочка. А, понятно. Значит, одна кнопка основная включает, как бы, питание дает. Понятно. О, они обе перестали работать. Вообще замечательно. Может быть, это зависит от питания ноутбука? Поступает ли? Да. Это зависит от питания ноутбука. Итак, вот, значит, работает подсветка. Отключаем одной кнопкой, выключаются 4 маленьких. 4 маленьких кулера отключаются. Работает только центральный кулер. Дует не сильно, но я думаю, для ноутбука хватит. А второй кнопкой включаются еще дополнительные кулера. Работают не громко. Не сказал бы я, что прямо они так уж сильно работают. Давайте попробуем. Что за второй вход? Включаем
во второй USB порт. В принципе, то же самое все. Все то же самое, так что я не представляю, зачем нужен второй USB порт, но зачем-то нужен. Что же у меня случилось с этим? Давайте поставим теперь это его место. Теперь он будет работать. В принципе, он не сильно греется, ноутбук, но греется. Особенно, когда обрабатываю видео на Sony Vegas, когда работаешь, греется довольно-таки хорошо. А этот вот охладитель, так сказать, начал шуметь. Причем начал жутко шуметь. Слышно вам? Не знаю. Должно быть слышно, потому что шумит довольно-таки сильно. Вот выключил. Давайте включу сейчас. Прям здорово дребезжит. И вот поработал он буквально 2 дня, и все, и задребезжал. Так что брать такие вот не советую. Лучше уж подкопить немного и взять вот такую хорошую подставочку. Подставка работает отлично. Я думаю, во-первых, она удобна, то, что под наклоном. Удобно будет работать на ноутбуке. И охлаждать будет весь ноутбук. Так что берите, ссылка будет в описании. Заходите, покупайте. Недорого и довольно-таки комфортно. Посмотрим, как поработает. Если что-то с ней случится, обязательно напишу, выложу в комментариях. Сделаю видео дополнительно, если что-то случится. Посмотрим, обратимся. Пока товар не буду подтверждать. Там у меня еще 30 дней запаса есть. Так что 30 дней спокойно можно на ней работать. И если что, уже предъявить продавцу. Ну все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, заходите в описание. Все есть в описании, будут все ссылки в описании на канал и на страничку ВКонтакте. Жду вас в гости. Всех жду, всем пока, до новых встреч.